Привитос, амигос, что-то пока я был в этом светящемся море, инвентарь мой поиздержался, нету патронов, аптечек, да и денег не так много. Нет, вообще не знаю, кто ты. Я просто решил, что надо сделать еще какие-нибудь побочные квесты, например, про раскопки. Лечить зависимость, лечить облучение, раны какие-то. Я не знаю, есть ли у меня зависимость, наверное, есть. Прямо посреди дороги мне лечат. В самых, сука, антисанитарийных условиях. Пришел зависимость вылечить, наверное, и сифак подхватил. Все, отвали от меня нахрен, шарлатан. Так, мне надо где-то с Бобик. Блядь, что тут с FPS? 35 FPS тут просело. Гражданин 2. Что тут, где-то гражданин 1 ходит, что ли? А, гражданин 1, да. А, здесь люди делятся на людей первого и второго сортов просто, видимо. Че это с ней? Эй, красотка. Она через это пьет или жрет? А, я знаю, это, наверное, в намордник мясорубка встроена, если жевать нечем. Суешь туда, как в точилку. Она перемалывает. Хранилище. Я там вижу, ядеркола стоит, но брать ее, походу, нельзя. Он еще одна. Кэпс. Кэпс. Кэпс — это крышки? Интересно. So, what do you say we make this party a little bigger? I managed to track down my tech guy. His name's Mel, and he is right here in Diamond City. Не как Гибсон. The guy can make a gadget to solve any problem. Thing is, he's a bit locked up right now. Какое нам устройство нужно? Лопата с мотором, что ли? I can't just stroll into Diamond City security with this face, covered or not. Тюрьма мой дом, да только я живу не в нем. В старых раздевалках. Тюрьма в старых раздевалках. Его в шкафчике, а шкафчик это, наверное, изолятор, блин. Подкупить охранника. А бабулесики-то есть охранника подкупать или... Или я на свои должен операцию спонсировать. А, FPS просел, а дождь пошел. Наверное, поэтому. Офис охраны. То есть тюрьма это и есть? Офис охраны? Какое гламурное название. Сколько тут бравых пехотинцев подкупать придется. Пробегись по базам. Да, очень веселуха, бля. Так, а кого подкупать-то, может, я? Да, по пути свободы, уважаемая власть. Надо с ним, наверное, через эту поговорить. Выпустить Мела. Свободу! Гибсону. Ха! И все? Вот так вот просто. Мне кажется, я могу в этой игре сделать карьеру адвоката. Не надо ничего взламывать, ничего делать. Ему даже не важно, как меня зовут.
Наверное, ему до усрачки тут надоело. Слушайте, может, здесь где-нибудь журнальчик какой-нибудь лежит. Так, 10-миллиметровый пистолет. Ну, до пистолета никому дела тут нету, я смотрю, вообще по барабану. Ну, неужели вы ходите посрать без журнала? Вот если бы у собаки был перк, чтобы ее настроить на поиск таких ништяков, как журнальчики, пупсы, вот тогда бы и цены, конечно, не было. А так она немножко бесполезная дворняга. Да, ни хрена тут нету. Да, тюрьма какая-то здесь совсем не красочная и неинтересная. Но я уверен, что где-нибудь здесь на просторах есть большущая локация под названием «Тюрьма Содружества». И там какие-нибудь психанутые рейдеры. Что-то давно я, кстати, не видел локацию, набитую рейдерами. Все какие-то гули. Нет, ее сексуальная игрушка — это ты. А я хочу просто открыть... Дерьмовый сарказм. That woman doesn't have a patient bone in her body. I wasn't serving a life sentence here. What? She couldn't wait like a day. What's the job? Интересно, за что его рыженького закрыли? Скрысил что-то? How'd you like to help break into the Diamond City strongroom? Well, damn. That's a big score. Could be enough caps there to keep me going for a long time. Bobby may be shady, but she always pays up in the end. So, I guess I'll get my stuff. И все? Ха. Жалко, что здесь, кстати, вот очки в этой игре неправильно сделаны. Должно быть так, солнечные очки одел, и у тебя экран потемнел. То есть на солнце лучше видно. Не одел, слепни. Там, очки для зрения, там, если ты повредила, не знаю. То есть как-то... Надо как-то более творчески подходить к таким вещам. Ведь если вот ты в этой части шлем надеваешь, у тебя появляются индикаторы, капли на экране. А вот на очки капли что, не попадают, что ли? Что-то вот странно как-то. Нет у разработчика этого творческого размаха. Половину продумали, половину не продумали. Так, где тут ее туннель-то? Ты разговариваешь с серебряным плащом. Я так понимаю, что на самом деле эти разговоры в стиле серебряного плаща — это бонус от костюма должен быть, да? Или это просто в рамках квеста было? Кстати, напишите, может, кто-нибудь из вас остался ходить в серебряном плаще. Ну, может, он кому-то понравился. Да, обалдение. Сука, сколько загрузок надо пройти, прежде чем добраться до квеста, ёпты. 21 век, ё-моё. В моде игры открытого мира. О, канистра. Замалированное ведро, но это не алюминий вроде, да? Шпилек. Да, что-то шпильки тут вообще ни хрена не редкость. Медь. Ну, возьмем купрум на всякий случай. Где? Вот это Соня, что? Как нам поможет робот, блять? А Валентин как нам помогает? Mel says we'll be able to get to the strong room 10 times faster than just digging.
Ну да, учитывая, что копать мы втроем должны были, да? Вдвоем, наверное, даже. I'm not completely sure how this place will respond. So, brace yourselves. Sonya, do your thing. Действуй, Маня. He takes orders. He's useful in a fight. But more could I want? Он жахнул. He's not so bad to look at. Maybe we don't burn bridges. Ну что ж, посмотрим, какое говно живет в этих тоннелях еще. Ух ты, ебать мой хуй, начинается. К чему он уязвим? Ой, блядь! Подожди. Это, я так понимаю, защита от радиации 0? Это гамма-пушкой надо стрелять, что ли? На нахуй. От кувалды у него защита 0, походу. Ну, дайте пройти-то, киборги. А, яйцо болотника. Предмет взят. Мозгогриб. Да ну в жопу. Походу лучшее оружие в этой игре это рукопашное. Батарейка. Так, батареек у меня. Ох ты, легендарный. Петух. Давай, навешивай. Апперкота ему, сука, по сраке. Ты-то нахер иди отсюда вообще, чмурденыш. Блять, опять лут мне не достался. Да что ж такое? В смысле, опыт. Двухзарядный охотничий карабас 88. А что такое двухзарядный? Ты который по два патрона стреляет, что ли? Так, а у меня счастливый боевой дробовик. Да. Оставь себе свое дерьмо. Ты оставишь себе свое дерьмо, я оставлю себе свое. Подожди, Соня, дай я хоть отойду. У тебя в жопу. Over here, Mel. No problem. Интересно, эти стены как будто, не знаю, чем-то заштукатурены. Их теоретически можно... Ох ты, блядь! Их теоретически можно было и кувалдой сломать, нет? Чё это там такое? Это король болотников, по-моему, да? Ну а кто ж, блядь? О-о-о! Что я вижу? Кто-то здесь оставил свою, сука, олдфажную броньку. Силовая броня 51. А шлем нельзя? А где остальное от этой брони все? Мне хер ли толку-то с каркаса? Ну, у меня есть, конечно, там запасные части от 45-й. Эй. У меня есть идея. Ты же вроде батарейки не расходуешь, да? От своего аккумулятора заряди по USB-шке, короче. Обосраться. Это пиздец. Теперь мне две силовые брони надо собирать. Одну себе, одну спутнику, что ли? Да.
Ну почапали чё. Теперь он вес большой может носить. В принципе. Даже будучи не в броне, а в одном каркасе, как я понимаю. Сколько их там, ёб твою мать. Да, я смотрю, мина. Мину, а не динамит. Давай, сука, ты же в броне. Сучки мелкие. А дамажит. Нихерово дамажит. Нет. Петух. Да выключи нахуй это говно. Ёбаный в рот. Ну что же, блядь. Выстрелил уже. Стоит все равно мне полчаса показывает. Какой он, блядь, пафосный с этим ружьем. Ты посмотри. Блядь, еще бы нахуй скриншоты попутно мне ебашил в папочку в какую-нибудь отдельную. Вообще было бы классно. Тупой говнюк, блядь. Сука. Ни коктейля Молотова, ни гранаты, блядь, ничего. Криогенная граната есть. Обоссаться, блядь. Давай ее кину. Лучше, чем нихера. На одну криогенную гранату лучше, чем вообще ничего. Кстати, ты что это пропустил? Отлично. Я не буду спрашивать, как он пробил. Чё, сука, замерз? Похолодало, бля. Я так понимаю, что в спину стрелять им особо смысла нету. То ли дело по копытам, по лапам. О, лапкам пиздец. От кое-какеля их, а это что за хуйня на стене? Похоже на какой-то... Не, ну если бы вот не поперек было, а сверху вниз, вариантов было бы больше. А, увеличение урона роботом. Обалдеть. Я смотрю, на этой сложности стало больше легендарных мобов, но с них такое говно падает, ёб твою мать. А, и чё? А, о. We need Sonya here. Got it. Sonya? Last time. Интересно, сколько яйцо болотника весит? Тяжеленький омлетик, наверное. Понеслась. Так, ну чё, поэтому сюда. Мел сейчас походу отъедет, отчалит. Ой, чьи-то ошметки отлетели силовой брони. Она мне ее нет. Вывод? Они оторвали что-то с
с Валентина. Это ж, блядь, еще ему теперь чинить ее, ёпта. Валим на взлете. Кстати, а мел-то куда пропал? А он сидит. Что, что, что? Hey. I'm all ears. Think you can unlock that terminal? That's not something I do. Это не по моей части, сказал он, и вылез из силовой. Пошел ты в пиздень, господи, дебил. Как удобно, силовая броня для спутников, охереть можно. There we go. Hey. There's something you need and do. В силовой броне компы-то не взламываются же, да? Потому что не знаю, что что-то мешает. Плохим танцорам вечно что-то мешает. Интересно, а из сигарет что крафтится? Интересно, почему у них в метро до сих пор динамики орут? Там уже 100 лет назад, как... Все, 200 лет назад случилась война, там уже просто не должно ничего работать, мне кажется. Не то, что взрывы пережить, просто от времени должно все сломаться без ухода. Бейте их, товарищ Бендер, бейте. Какой легендарный мутировал? Где тут легендарный-то? А, вот этот. Интересно, кто о нем слагал легенды. Повышение скорости перемещения на 10%, нихера себе. Спринтерская кожаная броня для правой ноги. Ну, вес позволяет, надо брать. Потом проверим, может стоит ее носить. 10% это существенно вроде как. Ну, это говно, понятно, ничего не работает. Никогда ничего не вытащит, вернее. Я вообще не понимаю, в чем прикол этого автомата, блядь? Еще какие-то вояки померли здесь. Странно, мы этих вроде не убивали. Их какой-то гопник убил за свой тайник с крышками. Mel, get Sonya over here. Sonya, you know what to do. Я что-то Соню не вижу на горизонте. Ник, у тебя же есть кувалда? Херач. Пять дикий гуль. Блять, убери свою кастрюлю, она мне не дает пройти. Жетоны. Что такое жетоны? Жетон на метро здесь отдельный лут. А, ну это же метро. Типа. Поэтому все гули с жетончиками.
чтобы пройти, наверное. Сука, тут ты взялся-то, а? Лопатка. Смазочно-охлаждающая жидкость. Ой, легендарный опять. Гибельное. Уменьшение урона от болотников и насекомых. В жопу. Не такая уж, в принципе, здесь и сложность сложная. Жить можно и на выживании. Валентайн теперь с супермутанта размером. Блять, Радикс, конечно, вообще нихера не помогает здесь. Он какую-то сопротивляемость, может, и дает от радиации, но я все равно облучаюсь регулярно. И очень не слабо, надо сказать. Сука, все в сортир прибежали, блядь, поссать спокойно не дают. Трон, заплесневевшая еда. Сожрется, ептать. Елдотрон. Так, сложный. Да, бля, ну почти с первого раза, ну. Nice. В сейфах патронах до хрена лежит. Больше-то его взломать незачем, ясная фигня. Была же настольная лампа, нет? Фоторамка. Вообще, наверное, лучше инвентарь не загружать, мы же идем в сокровищницу. Лишь бы это была не такая же сокровищница, как... Как в этом... Где я там, блядь, был? Забыл, как называется. В одной из прошлых серий. Джема и Плейн, блять, или что-то типа того. А похеру. Вот уродец, а. Цветочки-то в такой гербарий уже превратились. Это вот запчасти с роботов весят до хера, очень до хера. Мне кажется, и алюминий, и все, что хочешь, падает. Интересно, долго еще? Ну, это уже вообще, блядь. Чё за силовые установки тут под землей стоят? Робопони лютик, ебать его в нос. О-оу. Так, хлам. Вес 2. Кислота, пластмасса. Кислота, блядь, нужная тема. Проводка тоже нужна. Болт, само собой. Вот канистра, стали масло. Можно выкинуть. Легендарный болотник-охотник, ёптвою.
Каждый сам за себя. Я манал с таким бодаться. Дайте ему переебу. Не успел крит нажать, сука, походу я. Ёб твою мать, Валентин его специально ко мне затолкал сюда? Ух ты, ёб твою, блять, он чё, ваншот? Ваншотит, что ли? Чё-то не понял. Я ж только что полечился, у меня специально здоровье стало до хера. Вот ублюдок, а. Ладно, сучара. Опа. Где, блядь, мины-то мои все? Противопехотные, вот, осколочные. Давай, мразиш. Сейчас проверим, блядь, как, насколько ты крут. Он? Он. Ушли нахуй от меня, блядь. Змеи, сука. Куда ты лезешь? В принципе, хотите пизды получить, идите. Кто я такой, чтобы вас останавливать? Сам-то я туда манал идти. Да, вот так спутники могут обосрать весь план. Опс. Бахнуло. Беспонтово как-то бахнуло. Потенциальное лечение уничтожает кислоту, я смотрю. Там кто-нибудь с ним дерется вообще, нет? Панцирь, по-моему, убитый уже. Бим-бим. Охуенный выстрел вообще. О. Одного мочка нули. Уменьшение урона от людей 15%. Убийственная металлическая броня. Вах. Отъехал, сучка. Это какие-то не болотники, это уже, блядь, кри... О, ебашит радиация. Сюда что надо было прийти, блядь? В силовой броне, что ли? Понятно, что тут эти скорпионы, эти болотники такие ядреные. Облучались тут. И вся эта битва была за одну единственную ебучую батарейку. Ну, чё только не сделаешь за 15 минут в силовой броне. Кого только не завалишь. Давай, давай, давай. Уноси жопу отсюда. Несите меня, мои ноги. Так, и вот это то, что мы вскрывали. Микроскоп. Сука, терминал. О, вот эта тема. Сейчас, сейчас. Кнопочку же не сделать.
Надо, блядь, компьютер поставить. Мне бы копье какое-нибудь лучше, чтобы подлиннее, блин, доставать их. Ой, ёб твою мать. Ебать, такая троечка прошла. Сука, заебала эта радиация уже. В край. Ебалась по еблищу, отлично вообще. Да, это, блядь, не то, с кем имело смысл драться в рукопашку. Так патроны жалко, блядь. На магну мало, на остальные стволы вообще нету. Ну давай, дерьма, кусок, блядь, Windows 98 ебучий. У нас так на информатике, блядь, компьютеры загружались с той же скоростью. Я ебал эту точность. Так, сука, идет наш кореш. Шанс попасть 45, блядь. 45 километров, нахуй, разброса надо писать. Такая вообще, блядь. Даже близко вообще не попал ни разу. Осел, блядь. Что-то скорость атаки выросла, по-моему, мне. Да, и когда он сдох, он стал меньше фонить. Блять, так и бафу-то скоро кончится. А чё у меня такой перевес ебанический, я жрать? Хлам выложил весь. Да, и новый набрал. Так, мне сюда и надо, да? Блять, да что ж такое, опять легендарный. Пришлось ему ребра сломать нахер. Охотничья броня синтов для правой ноги. Уменьшение урона от животных. А гуль это животное? Келлог был животное. Инфа 100%. А. Тут одна дорога, понятно. А здесь-то что, все? Я же вижу, ты притворяешься. Ну тут обознался уже. Окей. О, штыковой мощный. Нет, это все говнище. Ну, патроны хоть выпали. Сука, сколько еще километров бурить, прежде чем мы доберемся уже. Уже столько этих мобов легендарных перебил. Хладагент какой-то. Такого я не видел никогда. Ну давай. Блять, ты тупой.
Mel. If Bobby's... Блядь, что за бред-то? Самое время, блядь, зависнуть. Самое время для багов и лагов. Но что за хуйня-то? Давайте посмотрим со стороны, что же мешает пролезть. Блядь, Валентайн тупорылый, что ли? Отличный багнутый квест. Bobby. Getting closer. Mel. If Bobby's directions are correct, and I have my doubts, the strong room should... Hey. Now, see what I can do. Go check that out. Good plan. Чего так медленно ходит-то? Блять, отлично, ебать. Так, прочитал в интернете, пишет, что сначала надо здесь с этим пиздюком поговорить, тогда только можно будет сломать последнюю стену. Doubts? It just doesn't seem like we're under Diamond City, does it? I don't think Bobby's telling us everything. Не Diamond City, а что тогда? Лишь бы, сука, не днище озерное. Откуда-то болотники должны были взяться. Let's do this. Ready, Sonya? Говно, блядь, глючное. Ну я бы охренел, если бы в этой части, в отличие от всех предыдущих Fallout'ов, да вкупе с Oblivion'ом, у меня не было багов. Bethesda славится, по-моему, своими багами, с которыми потом всем интернетом борется, блядь, на форумах. Нафига тебе весь этот хлам, спрашивает Ник. На мне судьба поселения, блин, мне там крафтить и крафтить. И броню. И что тут делать? Это опоры какие-то непонятные, непонятно чего. Она хочет что-то обрушить, она хочет теракт устроить, что ли? Бобби. I've been mapping it out, and I think Diamond City should be a little further north of here. I don't have a doubt in my mind. How about a little trust for the boss? Tell the truth, Bobby. Where are we? Under the Diamond City strong. And that is the last time I'm saying it. We still need... Ну, кто и верит, поднимите руку. Mel, you think your robot will work here? Look at this place. The foundation is already crumbling. One blast from Sonya, and I bet the floor above will come right down. Well, then make it so. Да, а ничего, что он нам на голову рухнет. Good thinking. All right then. Everybody clear out. Sonya, prepare yourself for a blast. Блять, сколько эта масленка весит-то? Ёбнуться. Ёптать, фоторамка-то мне нахера. Сталь, дерево. Из сигареты пластмасса какая-то добывается. Here we go. That didn't sound good. It sounds okay. Now let's get up into that strong. Oh no, 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 Sonya! Pull yourself together, man. Да ладно, но он светится, вроде двигается. You can make another robot with the haul we get from the strong. Keep your head in the game. Не похоже это что-то на хранилище Diamond City. О, алюминиевая канистра. Сука, надо что-то выкинуть. Кроме алюминиевой канистры, она нужна мне, это алюминька. Это ремонт брони. Сука, у меня перевес из-за этих всяких отбивных, жареных, не жареных. В пизду. Ничего уже не могу взять. Перевесы будут. Ребра и таз.
Ну, давайте, я весь в предвкушении, блин. Кто это такой? Склад бандосов каких-то, что ли? Хэнкок? О, бля, чё, Уилл Смит? What does this have to do with Hancock? Yeah, about that. As Mel guessed, this isn't the Dallas. Угадал, блядь, догадался. I see the rest of you are in the dark about this. Nice, no-nos. You all just broke into Hancock's storeroom. You know, Hancock, the mayor of Good Neighbor. Damn it, Bobby. Listen, пирата. This isn't what you expected. But there are still a ton of caps on the line. Help me take her out. Помогите замочить ее. Hancock, we're ripping off here. The guy tends to hold grudges. Counteroffer. Just go back into your tunnel, and we can forget this ever happened. What do you say? Предать Бобби, остаться с Бобби. Come on, Bobby. At least if we leave now, we leave with our lives. Well, shit. You're right. I'm not one to give up. But I know when I'm outmatched. Let's go. Thank God. I don't know why I trusted you again, Bobby. But that was the last. Поговорим-ка с Фаренгейт, может она. Да нам в жопу просто, блин. Я что-то не вижу тут тонны крышек. Мне кажется, тут нищеты килограмм. Тем более, тёлочка. Ну, можно её, в принципе, вальнуть было. Но у неё, блядь, какие-то космонавты тут. Excuse me. Бля, мы будем с ее пиздой разговаривать, или может глаза подымешь? Вон, ура. Как ты нас нашла? Мы получил по заслугам. How did you find us? If you think Hancock doesn't know about everything that happens in his territory, you're mistaken. You have to know you guys weren't exactly silent down there. Sorry to cause you trouble. The boss will understand. You didn't know what you were doing. Here, take this. A token for doing the right thing. Ты чё, ёбнулась? Испепелитель. Мне куда его класть-то, блядь, 27 веса? Я сейчас нахуй и помру тут, блядь, с грыжей по колено. Hancock will be happy to hear about your loyalty. You should go pay your respects in person. It's best to stay on Hancock's good side. Ой, он мне ещё квест даст. Ништяк. Раз, копчики закончились шикарно. Да, дерьмо, не квест. Ну, как обычно, было интересно. Весь в предвкушении, а в итоге какой-то... Эй, облом. Блять, как бы его заставить вылезти из силовой брони и самому у нее залезть, чтобы вещи свои донести? Где этот испепелитель? На, чувак. Эй! Well, see what I can do. Over here. Count on it. Чувак, отдай броню. Пожалуйста. Мудила. Ладно, все понятно. Придется долго и печально. Или опять бафу жрать. Долго и печально добираться до выхода едерю. Ну ладно, в принципе, пойдет для новой серии. Бутылочка ликера. Может, бутылочка ликера поможет мне. Блять, и где он, этот ликер? Наебка какая-то. Содружество. Ну что ж, в общем, на этом, думаю, все. Что-нибудь пишите, что-нибудь жмите, как вам такие квесты. Какие-то они в этой игре не очень, мягко говоря, не очень интересные. Раньше как-то более интригующе все было. Ну просто, нет, наверное, это все из-за того, что второй раз подряд квест связан с каким-то поиском сокровищ, хранилищ, обещаниями ништяков. А в итоге хрен нарыло.
всюду обман, всюду разводняк. Так что на этом все. Пишите, жмите.